Хочется поздравить вас с днем рождения. Сейчас. Сегодня здесь будет. Да, конечно. Мы сегодня все такие нарядные, такие все классные. У нас сегодня номинация на Оскар. Ага. Вон они сзади стоят. Это мой. Я с ним уже пойду домой. Еще разочек сделайте это же. Ну, пожалуйста. Чуть не грохнулось. Ну и что вот. Приготовили домашнего? Из домашнего задания. Пирог. Кого? Пирог или песню? Песня, то есть у нас пароль. Да. 25, не лето. 25? А не Даша ведь? Не да. Да. Младше. Так, а нам. Не кочегары мы, не плотники. Да нет, потом было всего очень много. Речи и ничего не мог сказать. Как же вы на него отреагировали, на такого молчаливого мужчину? Ведь женщина любит ушами. Влюбилась. Да. Так, расскажите. Сегодня здесь будет тематический вечер. Ты круто выглядишь, у тебя крутые кудряшки, ты похожа на... Плаваться. Прекрасно! Внимание! Романтический поцелуй публично для всех в камеру. Крупным планом приготовились. Не, подождите, ребят, я не говорил секс. Мне нужен был романтический поцелуй, вы что тут мне устраиваете? Хорошо. Так. Давай! Два! Наконец-то потом схлестнулись. Но... Ребят! Блин, я забыл слова. Вообще, к стене. Хорошо. Хорошо. Ого! Смотришь на пары и видишь, что они подходят. Есть дома многоэтажные, на листе дома. А что ты будто молодые? Они красивые такие. Я слышал много-много историй от Насти. Что вы делали? Крестная берет свою крестную. Сумасшедших сводов Вальхаллы. Девушки, возьмите меня в свою компанию. Такой очаровательный, такой красивый, такой незабываемый, но самое главное – любимый. Улыбнись мне в вечер, как прежде, и прости меня. Ольга, берите нож. И первый под красную ковровую дорожку, наверное, должны вскрыть вы. А дальше наши официанты вам предложат его разрежут, заказывают у них чай и кофе, они вам обязательно везут. Ольги, Гим! Официанту чай и кофе предложат, торт сейчас тоже порежут. Оля! За Андрей держаться, не отпускать. Работает. Вот. Хотим тебе пожелать. Даже не знаю. Показаться для вас. Ну и как бы... Какие все стеснительные. Я желаю тебе с
Самое главное – здоровье. Вечер отлично прошел. Вечер прошел отлично. Я поздравляю. Андрей! Потому что я люблю эту женщину безмерно. Что для тебя это слово? Ну, это самые дорогие, близкие люди, ради которых ты готов совершить какой-то подвиг. И, не знаю, те люди, которые дороже тебе самого себя. Ольги, Дим!